Об усилении контроля со стороны полицейских за выпускниками все были оповещены заранее. О принимаемых мерах безопасности были предупреждены как преподаватели, так и родители вчерашних школьников. И с самого утра, согласно инструкции, возле каждой школы дежурили по одному экипажу дорожно-патрульной полиции. По окончанию торжественных мероприятий каждая автомашина с выпускниками, отъезжавшая от стен школ, тщательно проверялась. Усиленное дежурство в эти часы несли специалисты городского отдела образования. В их задачу входило определить, с какой школы выпускники, попавшие в поле зрения полицейских, а в случае необходимости вызвать на место руководителей учебных заведений и родителей нарушителей порядка. Так, например, у комиссии вызвала вопрос автомашина Toyota Land Cruiser с выпускниками 35-й школы. В целях предотвращения нарушений мы дежурим совместно с полицейскими. Вот сейчас вызвали руководство школы этих выпускников, все проверили и отпускаем. В ходе рейда полицейские выявили и обычные нарушения правил дорожного движения. У этой автомашины Lexus затонированные стекла. Но чтобы не омрачать праздник, стражи порядка ограничились пока предупреждением. Те же автомашины, у водителей которых документы были не в порядке, отправлялись на штрафстоянку. Впрочем, по сравнению с прошлым годом, нарушений на дорогах со стороны выпускников зарегистрировано гораздо меньше. Сказался усиленный режим работы полицейских в предыдущие дни. В Шымкенте в ходе двухдневного профилактического мероприятия «Безопасная дорога» были составлены 800 административных протоколов. Сегодня, 25 мая, возле 142 школ несли дежурство патрульные экипажи полиции. Для контроля за соблюдением порядка на дорогах в 15 местах были установлены дорожно-контрольные пункты. Усиленные мероприятия будут проводиться до 26 мая. Будут усиленно нести службу полицейские в вечернее время. Особенно бдительно проверят кафе и ночные клубы. Несмотря на то, что официально проводить торжества в усилительных заведениях разрешения не было, стражи порядка все же будут начеку. Данияр Худайбергенов, Ганибек Тимисов, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».